Пристенный гидробарьер. Монтаж пристенной картины. Фиксируем картину скользящей клямерой. Устанавливаем поверочную планку. Отмеряем 30 мм, а по факту 35 мм от края планки. Отмеряем 30 мм. По уровню проводим вертикальную линию. Чертим линию и отрезаем лишнее. Подготавливаем картину к подводке полукруг к карнизному свесу. Отгибаем кромку свеса и пристенного гидробарьера. Рамкой карнизного свеса завершаем отгиб кромки. Рамкой карнизного свеса уплотняем и завершаем отгиб кромки. Оставляем припуск. Устройство пристенного гидробарьера, понятно, быстро, профессионально, от Ринцинг.